соперники, которые победили, должны... Продолжается спартакиада молодых сотрудников «Газпром Трансгаз Томск». Второй этап. И нас интересует, можно сказать, мучает один всего лишь вопрос. Все-таки хоккей на валенках или хоккей в валенках? Только на работе, на выполнении своих трудовых обязанностей. Они должны общаться, они должны жить хорошей, насыщенной, интересной жизнью. Профсоюз здесь выступает как помощник в организации этого мероприятия. Все наши профсоюзные усилия направлены исключительно для людей. Раньше, конечно, были любимчики, но сейчас, так сказать, мне по статусу уже вроде по должности вроде как нельзя какого-то выделять, но все равно я пришел и приехал специально поболеть за персиков. Потому что все равно я пока не могу себя оторвать от них. Настроение боевое, отличное, радостное, самое главное, веселое. Может, какой-то девиз у тебя есть? Девиза нет, мы представляем молодежь, радостную, сильную, бодрую, веселую. А как же молодые, сильные, да. Активные. За каждый мяч, который летит в тебя. Наша команда делала выводы из каждой игры, поэтому победила. Хоккей на валенках. Наверное, Даль и Ожегов не знал бы ответ на этот вопрос. Сложный вопрос. Скорее всего, в валенках. Ну, смотря как по игре получится. Кто-то будет в валенках играть, а кто-то на валенках кататься. Это очень сложный для меня вопрос. Почему говорят хоккей на коньках, а не в коньках? Кати трубу, неси трубу! Вау!